Всем привет, с вами Артур, и сегодня у меня в ремонте Porsche Cayenne. Итак, правая сторона целая, капот меняется, он алюминий, крыло меняется, фара, бампер, телевизор, лонжерон сделается, дверь тоже делается. Итак, разбираю. Ну что, разобрал. Вот такая у нас ситуация. Эту часть тоже будем делать. Начну я ремонт с лонжерона. Буду вытягивать вперед и вправо. Измеряю расстояние между болтами крепления бампера, чтобы знать, сколько мне еще тянуть. Ну что, сейчас я удалю кусок металла с заломами, и у меня будет доступ к внутренним заломам, ну и заодно выровняю заломы на этом куске. Итак, как вы можете видеть, сейчас хороший доступ к внутренним заломам. Натягиваю и выравниваю эти заломы. Ну что, лонжерон подровнял. Сейчас вытягиваю верхнюю часть рамки этой. Ну что, верхнюю часть я сделал, теперь заварю до конца лонжерон. Ну что, здесь все good. Теперь выравниваю крепление бампера.
прикручиваю усилитель бампера и делаю все необходимые измерения. После измерений дотягиваю лонжероны до нужных мне размеров. Итак, дотянул все, делаю измерения, и сейчас все прекрасно. Как можете видеть, все стоит одинаково ровно. Теперь буду ремонтировать переднюю дверь. Ремонтировать буду при помощи споттера. Но сначала отогну ее при помощи резинового молотка. Ставлю крыло и подгоняю дверь по форме крыла. Ну что, контур есть, снимаю крыло и заканчиваю ремонт при помощи споттера. Итак, дверь в порядке. Теперь я хочу покрасить внутри и затем все собрать. Ну что, покрасил внутри. Теперь скручу все остальные части переда. Крыло, телевизор, усилитель бампера, капот. Капот немного кривой, придется его подкорректировать. Итак, с капотом все в порядке. Теперь прикручу все остальные детали переда, и на этом работа с металлом закончится. Ну что, разбираю и отдаю на покраску. Итак, машину покрасили. И я ее собрал. Вы видите, машину уже после ремонта. Ну что, вспомним. Машина до ремонта и машина после его. Ну а у меня на сегодня все. С вами был Артур, подписывайтесь на мои новые видео.
Пока!